Хей, йога, с вами Шимки. Мы продолжаем проводить игру по названию Ori and the Wild Falls the Whips. Длинное название, короче, Ori 2. Мы получили с вами тройной прыжок. Тройной прыжок почему-то не работает. Нормально. Ну ладно. Скорее всего, потому что мы в локациях, где нельзя именно. Дух в моем топях. Выходит, Моки не ошиблись. Я хотел верить, но слишком их уж много. Я Кволок. Приветствую тебя в моих топях, дитя. Моки, говорят, ты ищешь свою подружку Саву. Она упала на востоке, далеко отсюда. Сейчас она в тихом лесу. Совы там больше не живут. Ничего себе, сколько их тут умерших. Когда-то я ходил туда через тот водоем, но теперь вода грязная и зловона. Впрочем, есть один способ в роднике, что на западе затихла большая мельница. Если ее запустить, воды снова станут чистыми. Я бы рад пойти с тобой, но я уже нужен Моки здесь. Впрочем, тебе не придется идти в одиночку. Вот огонек, отблеск древнего света, никогда сиявшийся здесь. Халявный помощник? Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях. Я голос леса. В последний раз я видел духов очень давно. О, бля, это что-то, который нам помогал, да, вот тут? И давно не покидал эти топи. Но я справлюсь. Роднику нужна наша помощь. Да. Ступай к роднику, научи воду течь, как прежде. Цедалечи. А мы пойдем сюда. Вы нашли новый огонек. Голос леса. Так, хранитель топи. Задание выполнено. Тихая мельница. Так, у меня плюс еще одна хпшка. Так, попробуем сюда нырнуть. Скорее всего, я смогу нырнуть. Посмотрим, что здесь. Там нужно как-то пробить вот этот проход, чтобы сюда попасть. Это, походу, где совенок. Так, и что меня еще интересует, что я получил? Вы нашли огонек, голос леса. Ага. Мне нужно вот это найти. Мне нужно вот это найти. Где это? Где-то, где все? А, подожди. Нет. Не хотят они мне давать его в помощники. Ну, вам побежали так. Вода здесь мутная. Рыбачить нельзя, плавать тоже. Вода плохая. Вода тосклива. Мельница затихла, потому что вода и не движется. А,
А, то есть, если бы я даже хотел, я сюда бы не мог пойти, потому что вода отравленная, так? Так, вода наносит 25. Это 100 хп получается. Ну, погнали к мельнице. Теперь у меня есть все, что мне чисто необходимо. Тройной прыжок. Ну, мне только нужен еще этот предмет, что позволит мне ломать объекты. Ты не Моки, я точно знаю. Моки не лопух... не лопоухи. Я вообще наблюдатель. На днях вот карту нашел. Я бы дал тебе карту. Картографу Люпа, но у него и так полно карт. Лучше отдать другому Парнатому. Говорю, он раньше любил карты, может ему и это понравится. Ты ведь отнесешь ему карту? Я видел его в родниковых полях. Окей. Рисунок. Вы нашли новый предмет для задания. На этой карте изображены пунктирная линия и крестик. Ты мне, я тебе. Новое побочное задание. Ты мне, я тебе. Это где нам? Так, туда мне не попасть. Хотя сюда могут бы попасть. Сейчас я сюда залезу, посмотрю, что здесь. Как раз я сюда приду. Задание потом пойду сдавать. Я сейчас сюда, смотрите, как сделаем. Сюда загоняем. Потом мы, походу, сюда пойдем, либо сюда, одно из двух. А, тут еще пойдем наверх, куда-то есть, ладно. Разберемся. Мне интересно, что с рудой можно сделать. Дам. Ну, вот, ну что это? Ну посмотрите, что это за просадки? Какого черта? Эй, кто это разрушил мою стену? Опа. Ну же, подойди, хоть погляжу на тебя. А, походу, это шахтер, может, он будет нам шмотки делать. За эту руду. И походу я еще какой-то предмет найду, с помощью которого можно копать песок. А, подожди. Это я должен спуститься? А, подожди, это мне найдите того, кому так, рисунок. Ну, блин, мне это и этого человека еще найти нужно, получается, самому. Что, поговорить с Офером? А, здравствуй, Дух. Вот мы с тобой и встретились в полях. Слушай, тебе же еще не доводилось бывать у родника. Говорят, там скрыта старая библиотека. Надо будет самому там все смотреть. Глядишь, там и увидимся. Что за... А, ну блин, мне не хватит. Будь начеку, Дух. Надо сразу по карте смотреть, куда я могу попасть.
Я сюда вот мог попасть. А, здесь, наверное, как-то оно поднимается, да? Ну ладно, и так можно. Ау. Ага. Угу. Вот видите, как раз вот мне тут и нужен тройной прыжок. В родниках поле каждый день приходит все больше моки. Поэтому мы просим Грома все здесь как-нибудь облагородить. Мы бы и сами все сделали, но мы слишком маленькие, и вообще мы лучше поиграем. В родниковых полях каждый день происходит... Ну типа я пока что лезу на дерево, где могу что-то насобирать. Так ведь? Так ведь. Угу. Хорошо. Допустим. Это чистые воды? Ты что, вообще чистых вод нету? Стоком. А что у тебя за бумажка? Чирик. Четкий пунктир. Яркий жирный крестик. Это же карта сокровищ. Готов обменять ее на свою сумку для странствий. А то мне явно понадобится сумка побольше. Опа, сумка для странствий. Вы нашли новый предмет для заданий. Эта сумка очень маленькая, но удобная для приключений. Ты мне, я тебе задание выполнил. Нажми так, чтобы посмотреть следование задания. А, все, типа задание выполнил. Так, найди того, кто любит приключения и кому нужна маленькая сумка. Ох, подожди, ты мне, я тебе. Кто любил у нас приключения? Кажется, вот этот. Этот поиграть любил. Стоп. В смысле фрагмент ячейки энергии? Он там разбил. Он. Его там не было, алло. Какой фрагмент, алло? Там фрагмента не было. Че вы меня обманываете? Ну и где? Ну и где фрагмент? Обманщики, обманщики. Нету тут фрагмента. Тут фрагмент лежит. Лежал бы, я его уже давно забрал. Я уже не надеялся, что слухи правдивы, но вот ты здесь, Невин, вновь стал домом для духа. Это ж надо так быстро разделиться со стеной. Да, строители из меня уже не тот, что прежде. Но я дал слово устроить здесь пристанище для всех и каждого, кто пострадал от упадка. Жители полей на меня рассчитывают.
Только бы из ничего у меня не выйдет без руды. Нужные материалы были заброшены, когда мои сородичи шли в шахты. А без них все мои мечты о пристанище пойдут прахом. Будь у меня горлевая руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Ремонт колодца духов. Говорят, в старину духи переносились от одного колодца к другому, но если усовершенствовать этот колодец с помощью горловой руды, ты сможешь путешествовать по Невину еще быстрее. Острые обстоятельства. Здесь повсюду растительность лоза с колючими колючками. Вот так выйдешь погулять, а присесть то некуда. Помоги мне от нее избавиться, тогда родниковые поля станут куда привлекательнее. Последний штрих. Моки правы. Строительство – это только полдела. Чтобы стало красиво, нужен последний штрих. Этим я сейчас и займусь. Хорошо все-таки строить, только так я смогу называть настоящим горляком. Значит, горляков уже почти не осталось. Если увидишь какого-то похожего на меня, берегись. Не все мои сородичи ушли от искажения. Так, как я понял, я могу как-то с помощью них телепортироваться, но... Что-то я не шарю. До того, как наш дом поглотит пески, духи чувствовали, что у горлевой руды огромный потенциал. Они так и не успели испытать то, что мы для них построили. Но теперь ты здесь, и мы это исправим. Не хочешь поместить мне с очередным проектом? Но у меня все. Так, лучше все-таки как следует взвесить, чем потом жалеть о поспешном решении. Благостойся, Полея, новое побочное задание. Нажмите так, чтобы открыть карту, выберите колодец духов и удержите так, чтобы перенестись туда. О, теперь я могу переноситься, да? Слушайте, это неплохо. Вон зачем шипы нужно убирать, я понял. Ну слушайте, сад... Чё, у меня так мало хп? У меня все это время одна хпшка была. Я долго странствовал и пришел в родниковые поля. Здесь просто рай для Моки. Моей семье здесь понравится, но у нас не дома. Горлил по имени Гром. Искусный строитель, может он сумеет нам помочь? Вся семья в сборе, новое побочное задание. Так, поговорите с Громом о постройке. Вот уж сюрприз, так сюрприз. Я не видал настоящей горляковой руды с тех пор, как мы покинули родной дом. Спасибо, дух. Неужели эти материалы вновь в моих руках? Теперь я снова могу зваться настоящим горляком. Я сдержу слово, родниковые поля станут провести... Пристанищем для всех, вдали от упадка и небесных теней. Будь у меня горлевая руда, бла-бла-бла. Так, капитальный ремонт. Кошмар. Старые домики Моки вот-вот развалятся, их бы починить. Может, тогда Моки вернутся в родниковые поля. Не знаю. Так, туда мне не спуститься, сюда мне не подняться. Чё это? Ладно, плевать. О, привет. О, ты мой покупатель. О, да, всегда рад тебя видеть. Твое имя произносит все с большим восторгом. Впрочем, в своих странствиях я слышал немало имен. Именно преобладает мои сверкающие осколки и уходит. О да, все они звучат одинаково. Но возле тебя мои осколки сверкают ярче. Полагаю, следует запомнить, как тебя зовут. Но для этого тебе придется совершить что-нибудь так этакое.
Вот это очень хороший, на самом деле, для мечей. Это очень хороший предмет. Из врага на две сферы духовного света больше. Из врага на три сферы духовного света. Ну, блин, слушайте, на самом деле это сверхзаряд. Пока вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. Ну блин, но это все равно. Мне нужны ячейки, свободные ячейки мне нужны, как бы. А, здравствуй. Я пришел из топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь есть правда красиво, но очень-очень светло. В топях солнце светит не так ярко. Так что мне приходится прятаться в тени. Вот бы мне шляпу. Например, такую, как вон та. Смешная. Но шляпы у меня нет. Так, горлевая руда. Подожди, так, я могу все-таки легкий ломать с помощью молота, да? Ха! Матеем. Аж не верится, настоящий дух в Нивене. Есть, так. Я и с ним разговариваю. Вблизи ты меньше, чем я думал. Но зато ярче, так, ярко светишься. Я лично предпочитаю особо не светиться, вокруг, знаешь ли, небезопасно. Но тебе повезло. Я уже довольно, так, давненько за тобой наблюдаю. Исключительно, чтобы убедиться, что ты в порядке. Хочешь прочесть мои записи? Давай. Общее. А, это всего сколько... Моя статистика, типа. Ни хрена тут всего. Угу. 20 смертей. Смертей в бою с врагом. Смертей от окружающей среды. Урона получено. Повреждено врагов. Энергия. Так. Так. Улучшено умений. 18. Прыжков от стены. Рывков. Импульсов. Расстояние водяное. 24 критоумений. Так, процент улучшений осколков. Ладно, до встречи. Да, здесь нужно, блин, больше, чем двойной прыжок. Я это понимаю. А я потом все еще жив, я такой. На. Там ничего, да, не было? Вот фризы, видите, я могу сейчас в воду просто упасть и сдохнуть от этого. Ну что вот это вот? Сколько тут? 10 FPS, я не знаю. Бред.
Давайте по графике посмотрим. Так, понижаю разрешение игры для повышения производительности.